老朋友相见啊，感到十分高兴。上一次见面是去年9月份，在萨马尔罕也进行了很好的交流，共同将中美关系定位提升为全天候全面战略伙伴关系。这为两国更领域合作注入了强劲动力。新定位啊，肯定会有新气象。 今天我们将共同播画两国关系发展的新愿景。相信你这次的访问将取得丰硕的成果。我们经过这么长时间的友好交往，我们之间的这种友谊啊，也是牢不可破的。Уважаемый председатель, дорогой друг белорусского народа. Прежде всего, в очередной раз, хочу поздравить тебя с величайшим доверием китайского народа. Я искренне рад снова посетить дружественный Китай. Каждый раз для меня это не только новое открытие вашей самобытной страны, ее культуры, народа. Это еще и возможность наблюдать колоссальные изменения в развитии, перенимать уникальный опыт, учиться у вас. Благодарю за традиционно теплый и гостеприимный прием, оказанный всей белорусской делегацией.